Я Гасанова Гульпири Рамазановна. Проживаю в селе Октябрьского Ламдынского района. Живу здесь уже более 60 лет. Родилась здесь и живу. И вот у меня наболел такой вопрос по поводу Жээнбекова Маматкарима. Ассаламу алейкум, кыргызым мен. Жолдош Адылбек Сманович, село Октябрьское, жашаймын. Ламдынский район. Вот уже мы 9-10 лет мучаемся с этим товарищем. У нас находится вот на этом поле, на этом контуре. БСР – это как является бассейн суточного резерва. Для этих полей у нас возникают постоянно проблемы с водой. Он его взял как будто бы в аренду, но на самом деле он не арендатором, не является этого БСРа. А субаренда у него как будто бы. Но на самом деле поднимали документы, у него нету ни аренды, ничего. Вот сколько лет он уже здесь находится, ни налоги не платил, ни за аренду земли, ничего. Единственное, что он постоянно приносит вред дольщикам этих полей. 2 гектар аренда взял, штету деме кулкамыз. Биринчи, экинчи косунда болгонбуз. А үчүнчү косуда Жээнбек Маматкарим малдарын апарып жайып, биздин эмебизди жер кылып койду. Он загоняет ночью скот, травит поля. Есть даже снимки те, которые мы снимали. Лезет драться, если даже какие-то, если затрагивает национальный вопрос, говорит, это я хозяин, я что хочу, то и делаю. Это моя земля. Вы здесь якобы никто. Аттардын түмүнөн байлап жедирип, үчүнчү косту жедирип, распасын чыгарганда энди оруп болбой турган болгон. Биз эртеси ордурабыз деп келген маал эле бул. Он взял как будто рыбу разводить, но он не разводил там рыбы ни один год. Построил дом еще там рядом возле этого БСРа. А он поставил сетки в этих, для поливных этих труб. И забиваются эти трубы, и полив у нас получается, создается препятствие. Между хозяйствами постоянно получается скандал. Тойчулу Кылычбек, анан айлык өкмөт болуп турган, анан бул Жээнбек Маматкаримди алып барганда экөөңө келишип алгыла деп кеткен. Сүйлөшүп чыккандан кийин колуңдан келгенди кыл деп кетип калды. Ошо таш болот деген бала экөө. Мы обращались и в сельский совет в Элакмату Октябрьского, и в районные обращались. Район давал ответ, чтобы решить на месте. Сельсовет не решал никакие вопросы. Я не знаю, на каком счету находится в сельсовете. Наоборот, ему дают зеленый свет везде. Он вообще не житель нашего села. Он является жителем Сокулукского района. Бул жер өзү Аламыдин район, Октябрьский айыл өкмөттүн жери, элдин жери, биздин жери. И я не знаю, каким образом он имеет такие льготы, что пользуется этим БСРом. Участки получает у нас там, в селе Октябрьском получил несколько. Я не знаю, а те, которые уже живут там чуть ли не больше полвека, они не могут получить ни участок, ни квартиры, ничего. Вот, пожалуйста, Жээнбеков Маматкарим, что тут вытворяет с природой? Рубит деревья. Наши предки сажали эти деревья. Он жилье построил себе, кошары настроил. Для тех целей, чтобы травить и воровать чужие эти поля травить, воровать. Вот такой он беспредельщик. Ходит здесь как хозяин. Kızım seler kimsin eğer? Nime oyunca? Nime sıralar boyunca? Aylık mötüm iştep çatkanlığı boyunca sıralar boyunca gelip biz Nargiza Mombekova ayrılıp oşol boyunca cevap alabay oşol sesli. Saat neçi oldu hazır? Saat neçi geçen cümüş? Buna karavol turat. Gördün mü?
охранник келіп уже прием қылып алғаннан кейін не қыласыңдар сілер келіп? Жұмыс уағында келбестен. Келген емессіңдер, мен көрген емесімін бетте. Мұна екеуі қашып кетіп отады. Көргілі. Бері қара жігітсен. Мұна. Бек қара. Бек қара. Қаравайды. Қашып кетіп отады. Мұна шофері. Неме алып келдің, неге тартып отырсың десе, өзі де түсінбейді.